Что ж, всем привет, дорогие чувята. С вами, как всегда, Чили. А возможно, даже и Silent Fight. Мы сегодня начинаем. Ну, короче... Ну, вы поняли. Давайте же начнем. Капитан Очевидность у нас тут. Короче, да, пришлось поставить на так, чтобы хотя бы меньше лагало. Ну, лагает хоть чуть-чуть. Это я пытаюсь перепрыгнуть. Хотя... Прыжок веры. Я умудрился даже заспиндершить урон на ту же форму круга. Ну, короче, блин. Любой прикол. Хедшот. Хедшот. Блин. Это куда? Хедшот. Я промазал. Собираем, собираем, собираем. Бежим, 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 бежим. Давайте снова спиндешить. Допустим, ушата. Со звуком полный все какая. Что ж. Спин дэшем. Снова разносится по скоростям. То чисто когда сокращенный день в школе и перемены по 5 минут. Я что найду? Ну я там пружу на полю, но... Блин. То есть, если я буду слишком долго... Пивка, ты рывка. Неудачный рывок. Здрасте! Прикол, это что он пальцем указывает. Итак, вот он наш синий. Короче, он даже не догадывается, что это за хрень. Потом мы типа переносимся куда-то более. He'll be here any second. Потому что он быстрый. Hey guys, what's going on? You having a party or something? Surprise! Мне бы также днюху отмечать. Ah, you guys. It's kind of impossible to surprise you. You totally got me this time. I had no idea. Yeah, right. Happy birthday, Sonic. Hope you like this. Like it? I love it. Ладно, все эти звуки на заднем фоне. Знаете, такой своеобразный заворудок.
Sonic, what's that? What's it doing? Это я, когда поспал кучу часов и не выспался. Where am I? И короче, мы попёрли все же на зеленый холм. Давайте чуть затестим. Ну, короче, я понял. Давайте начнем. Ловушки. Ну, вы посмотрите на эту улыбку. Не на улыбку, а на улыбку умочал. Он со всей улыбкой готов нам объяснять хоть что. Вспоминаем квикстеп, который... Промазал. Это либо лаги, либо я такой приворотник. Дабл, который ты играешь. А сейчас Соник без партнера даже не может сделать дабл. Или это я путаю? Мне просто кнопка на D обозначена, а мне было лень настраивать. Вот потом. Меня только что нахер. То есть все кнопки нажать, чтобы понять, на какие кнопки у меня обозначены комбинации. Заран, у меня опять же было лишь правило. Ну, потому что... Почему бы не? Оглядываемся. Блин. И без комбинации можно увидеть Соника Суи. Но что-то он не смотрел. Настолько у него жопа, что я даже не могу настроить. Точнее, могу, но не верю. Остальные, чё? Хоть мой первый видос был урезан. А, у меня на стрелке обозначен. Ой! Блин, пока поудал про комбинацию, умудрился напороться на шипы. Шипы на тех штуках, которые были... Опа! Это единственный раз, как... Блин. Это мы помним. Вот мы, допустим, мы все же прошли. У нас Соник теперь брейк-дансер.
Топ-10 брейкдансеров, которые делают все лучше. Хотя нет, топ-10 лучших брейкдансеров. А это, наверное, топ-10 аниме. Thanks, Sonic. I thought I was dead, floating without a body in a black limbo. Черного имя? Сейчас бы узнать, что это за хрень такая. Мне будет кошмар. Жиза, ты у меня один раз кошмар про Алекса проснился. Is it me, or is that place we were just in awfully familiar? Not to me. В смысле? This place looks like something sucked all the life and color. Блин, я вот только сейчас осознал, что ты уже не знаешь, Грэнд Хилл. Stranger than rescuing genies and magic books or saving aliens in an interstellar amusement park. А это, скорее всего, отсылка к другим играм. Hey Sonic, I saw something over there in the distance. Like buildings, but they look weird. That might be a good place to check out. I'll be back soon. Пивка древка, наверное, не помешал бы. Wow, you weren't kidding when you said soon. I thought you already left. Ну, чуть подлагивает даже в катсценах, что очень странно. Но, скорее всего, озвучка всегда первее. А поскольку лаги сейчас наступили, то субтитры чуть-чуть не подуспевают. Не знаю, ломает ли это логику или нет, я не знаю. Игры. Это, насколько я понял, не на F обозначено. Нет, на G, по-моему. Странно. Что-то я забыл, конечно. А! У меня на W обозначено. Ладно, давайте попробуем еще Chemical Plant. Я больше ору. То есть вот то, что... Скорее, я ору Мегадрайва, что ли? А это наш нынешний. Который, судя по всему, умудрился как-то вырасти слишком сильно. Мы растем. Растем, но привычки остаются. Блин, мы растем, но привычки остаются. Ладно, давайте Chemical Plant еще попробуем. А. Блин, я сначала подумал. Ага. А что сзади? Понял. Никакой пасхалки не ожидается. Или какой-нибудь секрет. То есть, если я буду отскакивать вот так, то я просто отскочу налево. Шутки про ломаную физику. О, красиво. Первое красное... Назову красным кольцом. Я хотел, конечно, назвать красной монеткой, но... Тут скорее потому, что я... Слишком много Марио проиграл. Блин. Потом мне еще каши. Как там этого падника зовут? Эх, опа. Не, я хочу узнать, что там наверху. Опа. Это типа клопард. Прыгнуть мог, но я не знаю почему. Наверное, там как-то попало. Вот сейчас бы еще аккуратнее пропрыгнуть. О, господи. Это даже было близко. Опа. Вторая.
Ой, блин, второе красное кольцо, блин, я же купил перегон. А, еще. Блин, такая реакция, как будто он дал на нормальную оценку. И отдыхает. Блин, даже загрузочный экран подлагивает. Топ-10 искусств Пикассо, блин, я путаю. Ладно. А, краснозвездное кольцо. А, ну да. Чем больше таких кольц соберете, тем больше предметов для кольца получите. Ну вот, допустим, музыка, арты. Что еще же можно? Вы получили картину номер один. Вы получили картину номер два. Ну, думаю, там арты. Так, где-то. Иллюстрации вроде. Да еще и картины. И да, я угадал, концепт арта. Разве не красиво? Я не хочу. Активировано, да. Ладно, давайте же спасем Эми. Да и ладно. Я просто заметил, что в зависимости от соников, то есть если переключаться, то текст зоны, точнее цвет. Я чуть перепутал. Цвет текста, точнее, цвет названия меняется. Не знаю, с чем это связано, но, скорее всего, с тем, что... Наверное, нынешний Соник намного темнее, чем первый пришедший. Опа. Что-то я припоминаю этот момент. Сейчас у меня просто ускорение пишет. Применяю квикстеп, который уже распространен. Если вы знаете, как это использовать. Ну, в принципе, тот же самый бег по воде никуда не делся, если так не делать. Только я раз... Знаете, с какой силой? Спасибо вам, Мачао, ты хоть не затормаживаешь прохождение. Ты хоть не затормаживаешь прохождение, как это было в Sonic Hero. Ой, вот это меня вырубило. Я просто рванул влево и... Батник автоматически сдох. Спасибо, Сега. Сегодня без... Завтра без рыбы, а я даже не знаю. Снова катимся жопой по горке. Поездки горкой на жопе. Почему бы и нет? Знаете, это такое падение с окна, что ли? Опа! В итоге я упал. Но у меня рывок есть. А, у меня рывок кончается. Ну замечательно! Я падаю в воду. Это аудио как-то резиночное. И без тебя помню! В первом Сонике ты это было тоже доказано. Не знал, что оно нахрен волк. Тут странно, что Соник затормаживается, пока он хватает. Никогда не думал, что там будут отдельные кольца, которые дают аж 10 колец.
Да не надо мне ушатывать. Блин, мне вообще очень жаль, что меня затормаживает этот пузырь. Точнее, Соника. Опа. А тут я завис. А, то есть если еще и рывок применить, то он просто сплывет. То есть разбегу сразу сплывет. Да, лаги, конечно. Опа. Ую. Неужто я сильно подлетел? Ой, запарился. Я смотрелся, что я чуть не попал в лапу в кому паду. Блин. Ни хрена себе вода всплывает. Точнее, поднимается. Ты нахер утонул? Ты чё, Кирилл? Да ты задрал лопаться. Чуть не утонул, пожалуй, с собой. Смотри на шипы, не наткнись, это будет фиаско. Блин, не знаю. Еще хоть и баяну. Блин, вот только не надо на меня так агриться, как будто уже все, мертвый мир. Ни хрена. Бежим, потому что сейчас вас папа засосет. Ну, похоже, да. Так похоже, что я все же по сути ну, такой странный распад кинопопробую. И вот мы закончили, блин. Блин, ну только я что-то вспомнил чувака, не знаю. Вот в его названии канала было еще и написано «Не злорадствуй». Я, конечно, забыл его ник, но... Я даже еще случайно... Не знаю, может, про Микки Мауса еще пошутил. Мне кажется, он про Микки Мауса шутки сам добавил. Как я люблю в кавычках лазить. And that pink water makes me really nervous for some reason. You're right, Tails. This place has given me deja vu all over again. Воду, которая могла быть сочно-розового цвета. Это место у меня постоянно ощущение дежавю. Блин, мне бы такую же память, как у Соника. Я бы тогда мог все вспомнить, буквально все. Что ж, краски вернулись к жизни, в принципе. Сейчас теперь Ежиха воскреснет. Блин. Только ее выражение лица что-то подошло. С закрытыми глазами еще и... Фейспалм от Соника. Ну или почти фейспалм подарок. Блин, я рос с ее слов, типа, она боялась, что никогда не будет флиртовать с Соником. Ты получаешь очки в зависимости от ранга. Блин, ранга. Эти очки могут быть потрачены в магазине навыков. Этот магазин находится слева от зеленых холмов, ясно? Конечно, ясно, твою улыбку ты никогда не забудешь. Ты получили картину номер 3. Очень интересно узнать, что это за концепт-арт. Или это не концепт-арт? Ну, концепт-арт. У меня есть один вопрос. Почему в концепт-арте у Соника руки не цвета кожи, а синие? Блин, я не знаю, может, кто-то и до меня обратил внимание на эту деталь, но...
Блин, почему у Соника руки синие, а не... Вижу вот где-то что. Какого у него там цвет кожи? Короче, белый. Буду называть белый. Не знаю, почему у него руки вообще не белые. На этом арте. Комментарий? Там что-то есть? Ничего там нет! Ладно. Вернемся назад. Персонажа. Блин, я хотел грянуть инфу. Радостная. Жизнерадостная. Блин, ну ладно. Ну ладно. Блин. Может поворачиваться на модель посмотрю. Только почему она держит руки вот так вот спиной? Это непонятно. Неравнодушная к Сонику Эми временами не дает синему уже покоя. Считает себя его девушкой. Рип! Вот назад. Что насчет Тейлза? Тейлз от природы получил не только большой ум. Сверхразум у нас. Но и способность так свет на своих духов так сонного вертолете. В раннем детстве из-за этих двух постов становился объектом насмешек. Блин. А вот тут я сочувствую. Ага, а вот что вот это за синее такое, я не знаю. Вот это за черное. Буква Д. Ой, не. Буква Р. Редизайн. Так, а тут Тейлза. Так. В принципе, на руках все осталось одинаковое, а вот на ботинках поменяли. Как там? На ботинках поменяли. Уверенность Тейлза себе стала постепенно уходить после знакомства с Соником, чей образ вдохновил. С тех пор Виз стал верным сплетником синего ежа. Она что насчет образа? Быстрый парень. Чё? Да и ладно. Ёж Соник с костью. Верный друг с добрым сердцем. Подобно ветру мчится по миру без устали. Это, насколько я понял, он не устает, пока разгоняется. Его сердце открыто для захватывающих приключений. Ну, в принципе, да, захватывающих. А ещё, насколько я понял... Блин, а ну-ка. Насколько я понял, это отсылка на курс хаотик. Да. Это отсылка. Да, это отсылка. По идее, сейчас должен быть открыт Metal Sonic. И я... Где он? Или я какой-то еще должен зону пройти, чтобы открыть его? Блин. Просто настолько давно не играл в Sonic Generations, что даже и позабыл, что нужно сделать. Так, вот он наш Ихиднюга, король мемов вроде. Ладно. Специально врубил громкость, чуть погромче, потому что сейчас начнется моя любимая музыка. Платформа его. Опа. Блин, а я скажу честно, Sanctuary прекрасно правильно произносит на английском. Короче, там природа какая-то более стичная, что ли. Там хоть птицы есть. Опа, Экроба у нас летит, только я не знаю, куда он полетит. Вот то, что яйцо смерти поднимается наверх, это мне напоминает катсцену из Sonic. Этот смотрит на нас, как будто охеревает. Не знаю, что так смотрит на нас. Наверное, охеревает Спаги от Звездных войн, что ли. Не знаю, почему у него анимация. Ой, блядь, не работает. Не стреляй, пожалуйста! Я не виноват! Ай! Строение уровня такое же, только с появились разницы, что мы не видим Ихидну. Потому что его нахер заморозили. Или как там правильно? Короче, его время пожирало. И теперь он такой замёрз. Блин, у него руки.
блин, классического Соника руки длиннее. Снова промазал. Блин, совершил прыжок вверх. Я не знаю, что там наверху меня, потому что я достаточно давно не попадал наверх. Пробуй, извини, но ты огребаешь. Два. Так. Блин. Это 3D, что... Блин. Вот это я еще вовремя отпрыгнул. Вниз? Что за подвох? А я ожидал, что я сейчас попаду именно в тот бонус по тинкеру. Присели. Убили. Злой тайм. Наверное, Metal Sonic откроется первый сезон. Или откроется после того, как я набью морду яйками. Самый первый сезон. Опа. Не на то.